Мордовия в качестве площадки для проведения форума выбрана не случайно. Республика – признанный лидер по производству молока, мяса и яиц на душу населения. В агропредприятиях растет поголовье скота. При всем при этом в республике не было крупных очагов болезней ни сельскохозяйственных, ни диких животных. Республика Мордовия благополучна по особо опасным болезням, таким как африканская чума свиней, высококопатогенный грипп птиц, нодулятный дерматит, ящер и так далее. В течение нескольких лет в республике не регистрируется сибирская язва, туберкулез, бруцеллез животных. Все это результат активного внедрения в ветеринарную отрасль, достижений современной науки, цифровых технологий и, повторю, модернизации материально-технической базы службы. Такие заболевания животных, как ящур, африканская чума свиней или бешенство, могут за короткое время выкосить поголовье скота. Разработать эффективные методы противодействия этому и призвана конференция. К очень серьезным вызовам относится информация о проведении исследований в биологических лабораториях, которые курировали западные военные. Наши соседи на Западе, находящиеся непосредственно вблизи границ Российской Федерации, на протяжении долгого времени проводили исследования по изучению патогенов животных, их быстрой передачи, возможности их быстрой передачи на широкие территории. Поэтому сейчас, коллеги, мы с вами в авангарде этой работы и должны быть надежным щитом. Важную роль ветеринарные службы играют и в повышении экспорта сельскохозяйственной продукции. Продукты должны быть экологически чистыми и полезными. Наши партнеры и представители ветеринарной службы третьих стран всегда спрашивают, как у вас это прописано, сколько у вас животных, как вы проводите идентификацию, как учет. А тем более нам этот инструмент важен для обеспечения прослеживаемости и для обеспечения продовольственной безопасности нашей страны. В рамках межрегиональной конференции по биологической безопасности организованы круглые столы и дискуссионные площадки. Задача – внедрять последние достижения ветеринарной науки в практику. От этого зависит продовольственная безопасность страны. Вячеслав Кузьменко, Станислав Семин, Народные новости.